Школы, больницы, театры и музеи. Для многих людей все это просто детали привычного городского антуража. Однако огромное количество таких сооружений хранят свои уникальные истории. Многовековая история Крыма насчитывает сотни имен, чьи заслуги не должны быть забыты. Один из них – Петр Ионович Губонин. Все на благо Родины и народа. О судьбе человека, который посвятил свою жизнь развитию полуострова, можно говорить много. Можно и нужно. Именно это стало главной темой собрания круглого стола в Государственном комитете по делам архивов Республики Крым. Он был первопроходцем во многих областях, рисковал и добивался успеха, не требуя ничего взамен. Петр Ионович строил железные дороги там, где о них никогда и не слышали. Вместе с поездами в Крым попадали материалы, которые обеспечивали технологический прогресс в медицине и в различных видах пищевого производства. Я считаю, что этот человек достоин, чтобы его помнили, потому что он много сделал не только для Крыма, но и для России. Именно на таких людях держится Россия. За 7 отведенных на доклад минут собравшиеся делятся, казалось бы, невероятными фактами. Почерпнуть что-то новое для себя здесь могут даже те, кто давно интересуется достижениями одного из наиболее выдающихся меценатов полуострова. Я читала, что он построил и Симферопольский, и Севастопольский вокзал за собственные средства. Но вот специалисты говорят, что Севастопольский нет. Мне бы очень хотелось узнать достоверную информацию от людей, которые занимаются профессионально, не откуда-то с Википедии или там из журнала. Служить народу Губонин начал после своего 30-летия. Только в этом возрасте он выкупил себя из крепостных, переехал в Гурзуф, открыл там 7 гостиниц, в результате чего этот курорт стал самым масштабным в Российской империи. Эта задача наша главная, вот тот духовный мост, те традиции, которые были заложены нашими предками, чтобы они сегодня культивировались в наше время, в нашем обществе. По итогам встречи собравшиеся предложили ввести в Крыму тематический школьный курс. Ведь Петр Губонин только один из тех, чьи поступки перевернули привычный ход жизни на полуострове. Стефан Филатов, Максим Турчев. Утро нового дня.